меня действительно проблемы со здоровьем. Ребята даже, ну, как бы были в смятении, оставлять меня или не оставлять. После ухода из проекта «Близкой подруги» Надежда Ангарская пошла против всего племени. Я убедилась в своем выборе, когда он начал на меня повышать голос. Это жуть. Я бы тебя два раза убила сегодня. Чем закончится этот бунт? Это такое обескураживающее какое-то ощущение. Последний герой. Зрители против звезд. В субботу в 19:00 на ТВ3.